Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Электрический кроссовер «Москвич 3Е» включили в программу льготного автокредитования. Она предполагает скидку до 25%, но не более 625 тысяч рублей. Цены на машину начинаются почти от 4 миллионов. Электрокар, сделанный на основе модели «Джак», комплектуется 193-сильным мотором. Запас хода составляет 410 километров. Стандартное оснащение входят, в частности, подушка безопасности водителя, климат-контроль, датчики давления в шинах, электрические стеклоподъемники. Трасса 101. В середине лета самой востребованной легковушкой с пробегом оказался Ford Focus. Также в топ-5, по данным агентства «Автостат», попали Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗовская 14-я и Toyota Corolla. Следующая пятерка состоит из Lada Priora, ВАЗ-2107, Toyota Camry, Нивы и Volkswagen Polo. В целом, на вторичном рынке легковых авто наблюдается оживление. Июльские объемы продаж в сравнении с тем же месяцем 2022 подросли почти на 20%. Трасса 101. В России в продаже появился компактный кроссовер Cherry Tiggo 2, поставляемый по параллельному импорту. Официально данная модель у нас не продается. Дилер просит за машину, комплектация премиум, 1 миллион 800 тысяч рублей. Схожий по размерам с Lada X-Ray автомобиль оснащен 109-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра. Среди опций есть светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, мультируль, подогрев передних сидений, камера заднего вида. Трасса 101. Многие россияне изменили свое отношение к китайским автомобилям со скептического на положительное. Таких в ходе опроса, проведенного компанией «Открытие авто», набралось почти 60%. Столько же респондентов уверены, что за последние годы качество машины с Поднебесной значительно улучшилось. С другой стороны, каждый третий участник исследования высказал мнение, что европейцы, японцы и корейцы все равно лучше. Каждый второй считает цены на авто из Китая завышенными. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».